Ну, считают, что первым упоминанием вообще славян это естественная история Гая Плиния Секунда Старшего, который умер в 79 году нашей эры. Он действительно упоминает некое племя Венедов. Однако упоминание это довольно специфическое. Венеды упоминаются в контексте с такими полумифическими какими-то племенами, которые обретаются где-то на границе на севере Римской империи. И несмотря на то, что это название совпадает потом с уже четким упоминанием славян в письменных источниках, это упоминание, видимо, все-таки можно отнести только к каким-то легендарным полумифическим каким-то народам.